Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 27 июля по 3 августа. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч кредитов, а называется оно «Воздушный пилотаж». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Воздух» 10 раз. Но чтобы ее продемонстрировать, вам необходимо просто оторвать автомобиль от земли. За второе испытание можно получить 95 тысяч опыта, и называется оно «Безумный звездный занос». Для его выполнения вам необходимо найти любую дрифт-зону и получить 3 звезды за прохождение. За третье испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно «Вслед ускользающему лету». Для его выполнения вам понадобится пройти 3 зоны для дрифта. Но в отличие от предыдущего испытания, их не обязательно проходить на 3 звезды. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Бумер всем нравится». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки BMW. Но все, что нужно, это просто завершить 3 любых гонки. Главный приз за этот форзафон — это BMW M4 Coupe с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 3 августа. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий. А меня с днем рождения.